В Волгограде открылась выставка «Страницы истории Волгоградской епархии». Уникальные дореволюционные фотографии, документы, предметы церковного обихода советского периода, история репрессированных – все это теперь можно увидеть в Царицынском православном университете. Выставка «Страницы истории Волгоградской епархии» появилась благодаря инициативе преподавателя Царицынского православного университета иеромонаха Климента Наумова. Поддержку в реализации проекта оказали сотрудники областного краеведческого музея, Государственного архива Волгоградской области, архива ФСБ, областной библиотеки имени Горького и другие специалисты по истории края. Здесь вы увидите представлены планшеты о истории епархии, по истории Свято-Духового монастыря, Царицынского православного университета и материалы по репрессиям. Также имеются экспонаты. Далее по коридору также есть галереи, где представлены фотографии дореволюционных храмов и нынешних храмов современных. А также, конечно, в будущем планируется, если даст Бог, что все-таки у нас появится музей по истории Волгоградской митрополии. На торжественном открытии выставки присутствовал митрополит Волгоградский Камышинский Герман, настоятель Свято-Духового монастыря игумен Гавриил, участники проекта, преподаватели и студенты Богословского и Певческо-Регенского отделений Царицынского университета. Вот свой неглубокий-то история не столь далекая, вот этих стендов, этих тем, которые представлены. Но она неисчерпаемая. Какая-то другая глубина, в каком-то другом измерении есть вот в этих стендах и в этих темах. Вот преподобный Силуан Афонский говорил, вот ходит, или про него говорил его ученик, вот ходит человек, две руки у него, две ноги, такой, как все вроде бы. Но никто не знает, что человек в Духе Святом ходит. И вот люди, которые на этих фотографиях, ну это есть те люди, которые, ну даже в наших храмах есть бабушки, которые этих людей даже знают и помнят. Вот. Но ведь это люди, которые действительно ходили в Духе Святом. Выставка будет постоянно экспонироваться на третьем этаже Богословского факультета, где посетители смогут увидеть старинные церковные книги, фотографии храмов и монастырей, известных в истории владык и священнослужителей Волгоградской епархии, предметы церковной культуры и архипастырское облачение, посмотреть документы об истории святынь Волгодонского края. Вход на выставку свободный.